Привет, друзья. Многие спрашивали, что с акциями, которые на СПБ, которые были переведены в инвестиционную палату, как там получить доступ к ним и так далее. Сейчас у меня есть для вас очень хорошая новость. Мне очень понравилось. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Деменков Юрий. Недавно, 17 ноября, я был там на очередном мероприятии для открытия брокер. Там они представляли свои типа новые продукты. Честно говоря, ничего особенно нового там не было. Просто, ну, как бы, то, что сейчас рекомендуют они. И, ну, на этом мероприятии я встречался со своим менеджером Максимом. Он показал мне очень такую приятную штучку, с которой я сейчас хочу с вами поделиться. Это приложение для мобильного телефона, которое называется Vision Invest. Хочется сказать, что это приложение было создано абсолютно независимой компанией, которая не зависит никак ни от открытия, ни от инвестиционной палаты. Это просто какое-то сообщество программистов, которые решили создать такую, в общем сказать, ну, компанию, которая создаст вот такой продукт, который позволяет подключиться сразу к нескольким брокерам. И для того, чтобы его установить, надо, ну, я уже поделился ссылкой в своем чате, инвестор, не в чате, а на канале инвестор Юрий Деменков. Для тех, кто подписан туда, они уже все это видели. Вот сейчас я вам покажу, как это все происходит. Вот сообщение мое от, ну, в этом чате. Если кто не подписался, подпишитесь, ссылочка будет там внизу. И смотрите, что нужно сделать. Да, что еще хочу сказать, что эта компания абсолютно независимая, естественно. Но когда вы ее, да, и чем это хорошо? Тем, что это приложение доступно как для Android, так и для App Store. Потому что все приложения, которые связаны с открытием, заблокированы в App Store. Здесь, пожалуйста, все доступно вполне. Я скачал это приложение Vision Invest. Ну, Максим мне скачал в Play Market в Google. И дальше при входе надо зарегистрироваться. Мы вводим для доступа к своим счетам открытие инвестиций. Код приглашения Welcome Open. Код приглашения такой. Ну, он мне ввел там, нажал на все это. И что получилось? Получилось, значит, что он говорит. Введите, пожалуйста, логин и пароль от своего личного кабинета в личном кабинете открытия брокер. Я ввел туда логин и пароль. Ну, Максим говорит, вводи, не бойся. Вот, логин и пароль. И появилось что у меня? А появилось следующее. Сейчас я вам покажу. Вот такая картинка. Что-то она мне очень сильно напоминает, но все абсолютно ассоциации не имеют под собой места, потому что это отдельная независимая компания. Вот. Если вам кажется, что это очень похоже на кабинет открытия, то это вам только кажется. Итак, значит, я смотрю, блин, все очень здорово. Дальше, значит, здесь есть надпись сверху «Сменить брокера». Нажимаю «Сменить брокера». И дальше он мне предлагает, значит, добавить нового брокера. Я добавляю нового брокера по коду «Инвестпалата». И я получаю примерно такую же картинку, но уже инвестпалата. То есть одно и то же приложение работает одинаково хорошо и с открытием, и с инвестпалатой. Ну и, судя по всему, как утверждается, можно туда еще кого-то подключить. Там все мои акции, которые в инвестпалату переведены,
переведены. Я их вижу, я вижу текущую стоимость, я вижу графики. И часть из этих акций, ну, как-то бледненько видна. Это значит, что они недоступны к торгам, а часть из этих акций вполне себе доступны к торгам. Но когда я пытаюсь вывести стакан, то она говорит, что там... Ну, во-первых, надо пройти вот эту несчастную анкету, потому что это другой брокер, и там я эту анкету не проводил. Ну, не проходил, во-первых, ну, простенькая анкета, вы знаете, типа экзамена. Вот, и во-вторых, значит, ну, они доступны только к продаже, в основном, акции иностранных компаний. Но есть и акции, которые, вот у меня, например, РУС-28, вполне себе, можно и купить, насколько я понимаю, и продать. Вот, ну, из печальки Финекс, конечно, сказать, серенький, не виден. Вот, но факт тот, что денежки видны, и как утверждается, что их можно даже вроде как-то вывести. Вот такая новая, очень приятная новость. Мне прямо очень-очень понравилось. Я прямо был в восторге, чем делюсь с вами. Ссылочка на мой телеграм-канал будет внизу. Под этим видео, либо я постараюсь вон туда, но там я не уверен, что мне YouTube даст это сделать. На сегодня все, лайк, подписка и до встречи. Буду держать вас в курсе всех изменений. До встречи. Да, и отчет от этой встречи будет помещен у меня на канале прямо сразу после этого видео.